Около 13 часов на пульт нашего оперативного дежурного поступила информация о происшествии, которое случилось на реке Она в районе порога Максим. Это удаление от города Абакана примерно, значит, около 320-330 километров. Достаточно труднодоступная местность. О том, что там перевернулся катамаран, на борту которого находилось 6 человек. Сборная команда, которая находилась на активном отдыхе у нас здесь на территории Хакасии. Одному из членов экипажа удалось выбраться из воды, и затем проплывающая мимо вторая группа, наши хакасы из Хакасии, из города Саяногорска, его подобрали, вот, и тем самым доставили до города Абаза. В городе Абазе он уже обратился непосредственно в отдел полиции по месту, и уже от оперативного дежурного полиции была предоставлена нам эта информация. После разговора с потерпевшим стало понятно, что 5 человек, значит, находятся пока не пропавшие, числятся как пропавшие без вести, поиски которых мы будем организовывать. Применение вертолета для оперативной доставки туда поисково-спасательной группы, к сожалению, невозможно, так как по данным Хакасского гидрометцентра, там сейчас грозовой фронт, сильный ветер, дождь. Принято решение по согласованию с главным управлением работы наземной группы. Завтра наземная группа в составе 11 человек на двух автомобилях выдвигается непосредственно к месту проведения работ.